парикмахерские магазины. Мы, короче, идем по Ирму. Ирму – это улица, торговая улица. В Греции улицы Ирму называют торговые улицы, центральная улица, где происходит торговля. Древний бог Греции Ирмиш – это бог торговли. И в честь него вот называют во всех основном городах центральные улицы торговые. Вам надумай, да? Торговые. Ирму. Ирмиш. Ирму. Как наш. И вам надумай, на канапе их иду. Эля, да. На ту думу, на рутишем. А ничего такого здесь нету. 350 раскладывается диван. Потянешь сюда и раскладывается. Вот. Такого ничего нет. Но тот, который мы смотрели утром, понравилось нам лучше. А здесь детский. Не. А здесь графин. А здесь кроватаки найду. И на ким микро комодинаки. Лепше дом. Кафизм от этого балу и на полифрона. Креслом мячик. Вот такой деревенский стиль железный. Кроватка с диваном. Коста, пошли. Дальше. Пойдемте дальше. Она показала нам проспект, и там было на это самое. Потому что здесь все центральные магазины, которые есть, мебель выпускают. Курточка какая красивая. 48 евро. Прохурамы, да. На ту хашему. Прохурама. Так, иду на те машины. Беннетон. Беннетон нам ничего не надо, потому что тут дорого все и не для меня. Так. Беннетон. Хороший магазин. Такой вот. Хороший магазин. Качество хорошее там. Одежда. Найк, иду и пепла. Пойдем здесь посмотрим. Ну там, где мы видели 380 евро, там железная такая. Они... открывается. А кто сидит на дуэпе, блокиторы? Алакши де лады. Здесь мужская одежда. Раньше здесь был магазин. А вот. Пама на дом, пама. Сказал, пойдемте на склад. Пама, пуин, макрия. Хочу макрия. Пама. Пойдемте смотреть на склад, что там есть. Здесь хлебный магазин. Хлебушек продают. Всякие пирожки. Пирожки. Беннетон. Опять Беннетон вам детский. О, какой Кирюшка Шапломенус. Смотрите, какая накидка в моде сейчас. Вот такая вот. И блуза с таким воротником. А, вот здесь у них вот. Пойдемте сюда, посмотрим, что здесь. О, какие столы здесь обеденные. Пойдем дальше, посмотрели. И мы на автодерматине. О, какие-то полифроны гламурфы, потому что фьяхнаны. Если будешь на фьяхне стать полифрона, а то и не сидера дулады. Ухи, скини. Смотрите, как красиво. Этот стиль, как его? Металлики стиль, как его называть? Как он называется-то? Господи, забыла. Такой, знаешь, из металла такой, знаете. Промышленный как-то он называется, стиль, что ли, как-то так. Вот. Такие вот дела, так что вот так вот. Посмотрели. Дальше пойдем. Может быть, еще что-нибудь найдем. Эх, я люблю магазин. Давай. Пойдемте дальше, посмотрим. Может быть, еще что-нибудь найдем. Закоулочек тоже продают. Эх, и ты подойду. На канапе, нигитов, то. И баулу апукату. Помню, думаю, прошвура, пинин цикантон. Тестрома. Пама. Давай с разборки сделаем. Пама.
Нет, да, нас, да. У них нет таких размеров, которые нам надо. Большие есть, а маленьких нет. Грецы носят у нас вот такие вот маечки, белье, шерстяное белье. Смотрите, как сделано из всего мужское и женское белье. Вот. Ой, дефили тура, смотрю, прям. Он говорит, хочешь, я тебе деду финити катин. А, сигнори зайсена? Нас все, нас, когда этого самого... Нас все узнают. Он говорит, ты что, не помнишь, говорит, дед рядом бежал, говорит, когда я делал операцию, говорю, нет, не помню. А он говорит, нас помнит. Малисто. Да ну вижу, эхи, алло, алло. Вот, да, на месту и там. О, смотрите, какая здесь красота. Разбегаются глаза, хрыса. Ты хрысайный, а это в тайны. Фобежу. Фобежу. Какие сережки красивенькие. 8 евро. Все, мама, то встала в магазин, потупила. Все, пойдем в магазин, где мы там нашли то, что нам надо. Сейчас я засниму вам. Авто он дороги. Радость? Ты там, малон он дороги. Кошки. Там кошка, котята. А девчонки котятка. Котят ловит. Смотрите, обувь. Давайте покажу вам в этом году, какая детская. Иду я на педика пересодора, да, Лена? Бутаки. Женская обувь. Смотрите, какая. 25 евро. Такие вот тапки. Ой, смотрите, какие. 29 евро. Так что все, вот так вот. Пошлите. Все, пойдем в магазин. О, и кевтоины, и масса материазики с тушпити. Вот это вот, смотрите, как красиво. Там каретная стяжка вот такая, вот, а здесь вот белая. Белая вот такая, там такое. 790 вместе с этим самым, с матрасом совсем. Вот такие комодинаки там. Вот, такое вот мне кресло нравится. Ну-ка, давай. А, влепишь. Коста, ну-ка, к саплю все, тулигаки. Эля, к сапля. Только мы... Ох, мы тут подъя. Эн, эти. Каца. О, три я Костадину хурайду. Дакси? Сейчас она вот эти хрома канапе. Такой голубой. На море нам в дом. Такой вот. Такой морской такой стиль. Смотрите, какой. Вот это вот открывается, и вот это открывается, и делается кровать. Коста. А, Коста, ну-ка сядь. Катя, опа. Сарыси сына? По туперному еще на вьёкалитера? Кто? Сарыси, да? А в той не стимилина, а не на пару. 1450. Бам. Гимназиум де Андроме. Гимназиум де занимается гимнастикой. О, какие-то педаны до плюп совта. Так. Вот. И с музыкой у них играется. И там бегают ребятишки, девчонки, мальчишки. Трак, Оля Мази, с той музыки, и я так техом. Вот. Ладно, так, девчонки, мальчишки, вот эти вот, пишите мне быстренько, я постараюсь выложить эти два видео. О, здесь тяжеловесы, мышцы делают. Большой такой спортзал здесь, обалденный. Не, мигалуи, не парапули. Пишите, кровать последняя, вот это кафе. Она такая красивая, она такая классная. За 1000 евро он ее отдает. Вообще обалденно. В деревню я хочу ее. Приеду, приезжать в деревню буду, как лягу на эту кровать. Обниму свою Ваюса. Шучу, ладно. Вот. И Костасу надо потом будет еще искать в деревню тоже кровать какую-нибудь. Вот, такие вот дела. Опять в деревню, думаю... Там же что же дети в деревне
у него. На Игатакине. В деревне у него тоже там друзья есть. Тоже будут приходить. Не знаю, что делать. В деревне тоже купить ему, что ли, в комнату в его диванчик. Так что вот так. Пама, подо, денине, пуйне, иду, денине. Пама. Вот. Ай. Так что пишите, какая вам кровать понравилась. Это белая или вот это вот кафе. Такая вот, знаете, с каретной стяжкой. Такая красивая. Вообще, она обалденная, она высокая. Она такая, такой, у нее матрас классный. Вот. Вот-вот. Зовут Колосия. Увидимся. Едем в Забу, да? Пошли, Гита. Просто захотел в Забу прогуляться. Но время уже 8 часов доходит. У нас есть час. Фуф. Ты говори по-русски, а не по-гречески. Не знаю. Не знаешь? Чего, ты довольный? Он такой довольный, что у него красивый диванчик будет, да, Дин? Красивый диван. Вообще диван супер. Он делается двойной кроватью. Диван вообще мы нашли. Проходили вот по всем магазинам, которые видели. Еще утром бегали. Это самое лучшее, что мы нашли. Ты курнарун. Ты пафаны. То, что поле дали. Ну, Динушу не понравилось мое кресло. Почему не понравилось тебе мое кресло, которое я хочу в комнату? А, Коста? Мне нравится боли склероз. Некола. Он говорит, он жесткий, говорит, а так оно очень красное. Ох, ладно. Стривиш, Мону Борис. Все, поехали. Поехали, поехали. Κοίτα τα μπουτιλιάρισμα, τι κάνουν τα αυτοί τόσο. Κάτι έγινε κάποιος τώρα. Ω, τι στέκονται αυτοί όλοι. Περιμένουν κάτι. Περιμένουν, να φύγω. Αχα, μάλιστα. Ладно, все, поехали. Τζάμπο να πάμε, как говорят, τζάμπο. Τζάμπο, σανσέρ. Это не реклама, товарищи. Όχι, сансер, ты на кану сансер. Пропотамы сега сега. Я не хочу, говорю, на сансере подниматься, пойдемте пешком, ножками. Сегодня у нас целый день, магазинный день. Кто хочет, смотрите влог, а я... Пойдемте в дзябл. На! Там бим-бум. Джамбо. Бим-бум. Все, пошлите. Джамбо запрещается снимать. Ты. Вам. Опа!